Подготовкой абитуриентов займется Московский центр образования школьников имени Ломоносова. Сильнейший преподавательский состав из ученых МГУ, МГТУ имени Баумана, Высшей школы экономики и других престижных вузов будут готовить школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Обучение будет проходить в основном дистанционно, но вместе с тем у школьников будет возможность заниматься и с преподавателями владикавказских вузов. Для одаренных детей школа предлагает бесплатное обучение. На финансирование претендент может рассчитывать, сдав экзамен, набрав выше 70 баллов. Школа объявляет прием учеников уже сейчас, занятия начнутся в декабре. После каждого учебного блока проводится тестирование, которое позволяет отслеживать прогресс в обучении. В Владикавказе планируют принять около 500 школьников. Московский центр образования школьников – один из лидеров Москвы по подготовке к экзаменам и основным предметным олимпиадам. Он уже имеет успешный опыт подготовки детей как в России, так и за ее пределами.